Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. На ощупь определить не могу, что это. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, вижу, что данная посылка с сайта GearBest. И вот такие вот непонятные звери. Так, это, насколько я помню, это, по-моему, разные товары. То есть это не один товар, здесь несколько. Ну, вот такие вот мягенькие игрушки. Или это один заказ, я уже и не помню. Цену, как вы поняли, также уже не вспомню, сколько оно стоит. Давайте распечатаем один, посмотрим. Ну, качество такое. Не должны, по-моему, прыгать вот так. Качество довольно-таки неплохое. Не воняют, без запаха. Это... Я также понимаю, что просто зажатый. И вот такой вот крокодил еще. Тут, по-моему, пасть открывается у него. В общем, стоимость я уже не помню. Ссылку приложу на данные товары в описании. Кому интересно, можете смело заказывать. Доставка бы осуществилась где-то в течение месяца. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.